А вот чего вы это спросили? Я вроде бы, кстати, не проигрывал Come Together, да? Хейду Оби. Кстати, вы откуда Хейду Оби? Это раз. Во-вторых, откуда вы? Во-вторых, а с чего взяли Come Together? Я вроде как бы сейчас не включал Битлз, да? Я же не знаю, что вы имеете в виду. Опять же, надо догадываться. Понимаете, вот эти догадки, чем опасны? Потому что мы воспринимаем то, что нам говорят, исключительно своей позиции. И в обыденной жизни мы обычно догадываемся правильно, да? То, скорее всего, речь-то у вас идет о чем? О чем вы спрашиваете? Come together, the Beatles. Да? Скорее всего. А вдруг нет? Почему тоже догадываться? Да, а в обыденной жизни мы чаще всего, опять же, когнитивная психология говорит, что в обыденной жизни мы всегда правильно догадываемся. И это верно. Но в профессии никогда не догадывайтесь ни о чем. Вам должны четко и ясно сказать, что они хотят, что они имеют в виду и так далее. Вы должны четко понимать, что догадываться не надо ни о чем, ни о фактах, ни обстоятельствах, потому что тогда вступают в силу когнитивные искажения. Они вам подсовывают что-то всегда. А это подсовывание, тут профессиональная интуиция может ошибаться. Вот в чем, так сказать, нюанс.